Еще не подписаны на канал? Так подпишитесь. Вот, смотрите, короче, кошка. Беложуйка, смотрите, какая она. О, вообще. Красавица кошка, беложуйка. Ну, в общем, вот, сегодня у нас на дегустации. На дегустации у нас перцовая настойка «Урожай жгучий перчик». Да, она как бы настойка горькая, но по сути-то она просто перцовая настойка. Вот. Я давно такое искал в России, но не мог найти. Потому что даже не мир, да, в России он без перца, да. А вот там, видите, перец плавает, да, красный перец. Мало того, что он есть там и так, красный перец, и черный, и душистый, и все перцы, да, в этой настойке. Так там еще плавает перец, да. А настоящая перцовая настойка, она должна быть с перцем. Ну а в итоге-то я нашел, да, и за даже недорогую цену, вот. С перцем, да, вы видите, настойка с перцем. Короче, кому надо, смотрите. Сейчас их не сфокусирую. Нифига, короче, не фокусируется, вы почитайте потом. Но суть-то в чем вот. Вода исправленная, спирт этиловый, настой спиртованный красного перца, сахарный сироп, настой спиртованный перца черного, натуральный краситель, настой перца душистого, плод перца красного. Вот. Вот примерно весь состав. Вот видите, какая крышечка тут. И стоит это все недорого. Это все стоит, по-моему, ну, по 200 рублей, да, 100 с чем-то, 160, что ли. Ну, в общем, что-то смешное, да. Это, видите, награды. 0,25 я всегда беру 0,25. Больше не нужно. Да и этого много, да. Вы представляете, вот это пить, да? Можно обосраться можно, господа. Прямо в натуре. Вот что может сказать. Уж перец, он раздражающий эффект имеет, наверное. Стакан мы наконец-то тут убрали, паршивый, который мигает постоянно, что-то пищит, дребезжит и который виснет. Он устарел, он виснет. А от холода тут на подоконнике все разошлось, потому что холодный день, все сдувало, да? Надуло снега 3 тонны на крышу. Вот. Но это нам не важно. Нам важно открывать да наливать. И вопросы не надо вам задавать. Господа, вот. Короче, не так много. Половина. Я понимаю, тут 100 грамм, а половина это 50. Больше 50 мне не надо. Я не уверен, что эта бурда мне вообще понравится, что я ее не поставлю в шкаф, и она не будет потом месяц стоять в шкафу. Вот. Перец вообще всплывает там постоянно, видите, всплывает там, зараза. Корона экстра, да ладно, корона экстра это еще ладно было. А вот это дегустировать мне как-то даже страшно. Я что-то боюсь. Вдруг офигею от остроты. Короче, надо сначала цвет смотреть. Видите, какой цвет? Цвет нормальный, да, какой-то коньячный цвет. Но к коньяку никакого отношения. Это настой, настой перцев, да, там должен быть спиртованный настой перцев. И это страшно. Давайте, короче, нюхать. И как было написано в инструкции, настой душистого перца, конечно же, все забил. Да, вот, в составе, да. Когда есть душистый перец, он все остальные перцы забивает, да, потому что аромат создает. То есть с одной вот такой песчинки, вот такая вот одна крупинка душистого перца, если куда-нибудь кинуть, она все ароматом забьет лавровый лист, да. И вот здесь аромат душистого перца, который похож на лавровый лист. Давайте хряпать. О, господи, блин. Нет цензурных слов, короче, жутко жжет. Это пиздец прям. Действительно жутко жжет прям вообще. Я 2 грамма заглотил, 2 капельки. Жутко жжет, блин, вообще. У меня с 2 капелек ангин прошла. Давайте еще заглочу. Блин, короче, жжет как собака. Я чувствую, у меня гастрит прошел. С 4 капель. Вот пиздец, конечно, да вообще, впечатляет, конечно. Но уже не так круто, как в первый раз. Давайте еще. Еще 2 капли. С 6 капель у меня простуда ушла навсегда, я почувствовал, да? Что у меня всегда ушла простуда. Очень странное, да? Но уже не так впечатляет, конечно. Короче, вот эта вещь очень странная. Очень странная. Короче, локать ее не получится. Вообще не получится локать нифига. Эту штуку. Потому что это пиздец. Это действительно по капельке надо.
Лакать по чуть-чуть, да, кушаю это вообще. Но со временем она, конечно, прекращает удивлять. Это действительно горькая настойка. Это в первый раз, когда настойка горькая, показалась действительно горькой, вообще пиздец такой. Где-то моих сил, короче, на нее, да? Да, вот, короче, вот это долакиваю, чуть-чуть, так, две капли. И прячу ее навсегда в бокал, в стакан, блин. В бокал, блин, в шкаф, блин. В шкаф, короче, прячу ее, и хрен бы с ней пусть лежит. Буду над собой иногда издеваться, да, а то сговаривать даже. Уже это жуть, действительно, это кошмар. После какого-то там времени она уже не впечатляет, конечно, нифига, да? Это первые глотки именно впечатляют, да? А в остальном она уже как-то нет. Хотя попадает постоянно в горло черный перец, да? Потому что там черный перец есть. И от него горло першит, вот вообще вот это. Пора делать заключение этому всему. Это все, конечно, тянет на пятерку, да? Но это на любителя, да? Это нельзя пить, как, например, водку, да, или пиво, нет. Это как-то специальная штука на любителя. Я ее впервые вижу, да? Она действительно горькая настойка. И она хороша. Она впечатляет, и в этом ее главная суть. Так что и цена на пятерку к ней идет. Цена на пятерку, вот фирма Урожай, да? У нее вообще цены на пятерку и качество на пятерку. И по ощущениям на пятерку, но больше я такой хрень, конечно, не буду, да? Это не для праздников, это точно, это на любителей поострее. Острее вот этой хрени уже точно ничего не будет. Я вам гарантирую. Так что, господа, тушите свет.